Здравствуйте, дорогие друзья. Вопросы в Фейсбуке каббалисту Михаилу Лайтману. Вы говорите, что человек плох. Что такое тогда быть человеком? Злое начало человека, оно находится изначально в его природе. И оно развивается все больше и больше с течением истории, развития, эволюции. Что значит быть человеком? Это значит взять эти все свои отрицательные свойства и обратить их в положительные. Как это делается? Как? С помощью особой высшей энергии, которая есть в природе, называемой высший свет. Я беру в левую руку свой эгоизм, я беру в правую руку высший свет, свойство, силу огромную, неограниченную добра, и начинаю их совмещать вместе, и они начинают поддерживать друг друга, и эгоизм начинает играть с высшим светом, а высший свет начинает светить в миллиарды раз больше, именно благодаря тому, что к нему присоединяется эгоизм. И возникает вот такая вот огромная новая сфера жизни, называемая высший мир. Это может сделать человек? Вы сейчас очень... Обязан сделать человек. Это обязан сделать человек. Скажи, я беру, и я беру. Я это делаю. Каббала объясняет нам, как это сделать. Творец помогает в той мере, в которой человек желает.